Всем привет, мои хорошие! Я получила сегодня заказик Faberlic и решила вам показать его, вот как обычно я показывала это раньше. Заказ потому что большой, поэтому я его не вставляю никуда. Вот, ну из чего же нам начать? Ну давайте начнем с того, что у нас для дома, да? Значит, заказала я кондиционер, бальзам для белья, для чувствительной кожи. И он без запаха. Вот такой вот бальзамчик. Дерматологически протестирован, содержит протеины кашемира. Идеально подходит для чувствительной и детской кожи. Ну, в общем-то, он, видите, для аллергиков и для детей подходит. Ну, мне иногда хочется без запаха, чтобы был. Дальше я взяла вот такой отбеливатель кислородный для белого белья. Вот в такой же баночке я пользуюсь пятновыводителем для детского белья. Пятнышки выводят, все хорошо, но иногда все-таки некоторые такие вот прям застоялые пятна, а все-таки на белом белье остаются. Вот я решила взять такой отбеливатель и попробовать еще им поотбеливать. Потому что пятновыводитель мне очень нравится. Сейчас я открою. Ну, запаха нету. Здесь внутри есть такая же мерная ложечка, вот, как и на этом пятновыводителе. Это хорошо. Ну вот, протестирую, я вам тогда покажу, расскажу результаты, вы узнаете. Но потом это уже будет во влоге. Еще меня очень часто спрашивают, какой краской я крашусь. Ну, многим нравится мой цвет волос. Я уже давно, наверное, с полгода крашусь вот такой краской. Вот так она выглядит. Это Ботаника 10.0 липовый мед. Ну, мне эта краска нравится. Она более натуральная, вот, чем та краска, которой я раньше красилась. А вот в ней, смотрите, есть репейное масло, масло крапивы, алоэ вера и фитокератин. Ну, мне кажется, что эта краска более щадящая, чем другая. В общем-то, я на это надеюсь. Но в любом случае, волосы хорошо себя чувствуют, и цвет мне очень нравится. Прекрасный цвет. Дальше я заказала шампунь и гель для душа 2 в 1 для детей. Потому что когда у нас Дэня купается в ванной, ему нужно делать пену. И в общем, в этой пене можно и его искупать, и также голову помыть, в общем, все. И шампунь, и гель для душа. Это же прекрасно. Ну и тут написано, что это 3+, то есть это для детей уже после 3 лет. Ну такая картиночка симпатичная, да? Ну, в общем, будем тестить. Пахнет вкусно. Чем же пахнет? Напоминает что-то. Какие-то фрукты напоминают запах. Ну, в общем, приятный запах. Хороший. Дальше я взяла уже это для лица, для умывания. Совершенная пенка Гардерика. Мне нравится вот такой пенкой умываться. Я брала другое название. Но сейчас решила вот Гардерику попробовать. Ну, тут написано «стволовые клетки гордении» и, в общем, стимулирует синтез коллагена и защищает кожу от потери упругости. Ну, в общем, это как бы и возрастное в то же время. Вот взяла, буду тоже тестить, буду пробовать. Еще взяла дезодорант, антиперспирант. Ну, честно говоря, шарики я не очень-то сильно люблю, но с другой стороны, нежность хлопка, вот этот запах мне очень нравится, такой приятный запах. Поэтому я возьму, кину сумочку и буду носить вот это. Здесь 48 часов защита. Ну, нежность хлопка, хлопка, запах мне нравится. Почему я вам не говорю цены? Кто-то мне просил, чтобы я говорила цены. Девочки, цены постоянно меняются, потому что в Faberlic там очень гибкая система скидок, и скидки постоянно меняются. И потом, если вот есть личные бонусы, там еще и бонусы снижаются. Поэтому ту цену, которую я вам скажу,
эта цена будет у меня, а у вас будет другая цена. Поэтому я цены не говорю, но ссылочку на Фабилик я оставлю в описании внизу. Проходите по ссылочке и смотрите, какие там цены, какие акции, какие скидочки. Еще я взяла две вот такие гигиенические помады. Одна это витаминный бальзам идет, а другая идет антивозрастной бальзам. Антивозрастной я уже брала, я им пользуюсь. Решила еще попробовать витаминный. Взяла два, чтобы один у меня был дома, а другой, чтобы у меня был там, на той квартире, где живет дочка, где я большую часть времени провожу, чем у себя дома на самом деле. Вот, хорошие такие бальзамчики, вот я взяла их два теперь. Взяла ободок, девочки, захотелось мне ободочек. Ну, я взяла вот такой вот цвет, это засушенная роза. Это цвет сухая роза называется. Давайте посмотрим. Вот, тут даже такая вот фирмочка еще есть прилепленная, прицепленная. Вот такой вот мягенький ободочек. Сейчас фирмочку я эту сниму. Я хочу этот ободочек примерить. Ну, такой вот, ничего себе, симпатичный. Ну, ободок на самом деле мне бывает часто нужен, когда я собираюсь умываться, и мне нужно быстренько подобрать волосы, или утром крем наношу, вечером крем наношу, и я тогда раз, быстренько в волосы так хоп, и подняла, челочку убрала, все, могу уход за лицом делать. В общем, новенький теперь у меня ободочек появился. А еще, девочки, заказала я себе набор шоколадок. Вообще, такой вот набор комплименты. Я смотрела еще и на 14 февраля, смотрела еще после этого в других каталогах. Есть мужской такой набор шоколадок, а есть и женский. Но вот этот розового цвета, это женский набор. И здесь написано «Шоколадные комплименты для прекрасных леди». В общем, такое хорошее оформление коробочки. Но вы знаете, я, честно говоря, думала, кому-то, может быть, взять на подарок или что. И в конце концов решила взять на подарок себе. Я люблю шоколад, честно говоря, и решила взять и попробовать этот шоколад. Здесь в наборе, набор шоколадок, и здесь молочный шоколад, и шоколад горький есть, 60% какао пишут. Вот, ну, тоже я его хочу попробовать, протестить. И потом я вам скажу. Пока открывать не буду, потому что, а вдруг, может быть, подарить кому-то мне придется. Пусть пока полежит. Заказала я сережечки. Сережечки пришли вот в такой коробочке. Сережки я, возможно, подарю, потому что я бижутерию не ношу, в принципе, и никуда не хожу. Поэтому вот у меня золотые сережки висят, я их ношу. Но я подумала, что я их подарю, скорее всего, невестке. Потому что вот мне кажется, что надо ей подарить. Мы сейчас посмотрим, вообще симпатичные они или нет. Потому что на картинке выглядит одно, а потом возьмешь, а оно может быть другое. Смотрите, какое красивое оформление. Мало того, что коробочка, а в коробочке мешочек, смотрите. Вот такой вот мешочек симпатичный. Так, открываем мешочек. А в мешочке достаем кулечек. Сережки лежат по отдельности. Так, один в кулечке, другой не в кулечке. Это, наверное, чтобы они не поцарапались. А мне нравятся сережечки. Такие вот симпатяшные. Симпатяшные. Сейчас я открою кулечек, посмотрю. Я когда была молодая, я носила разную бижутерию. У меня сережек этих было много-много всяких разных. Вот такие симпатичные, приятные сережечки. Мне понравилось то, что здесь такие вот голубые камушки. И у кого голубые глаза, они будут очень хорошо смотреться. С
симпатичные, мне нравятся. Ну все, эти сережки подарю невестке, значит, я думаю, ей понравится. Вот такой будет подарочек славненький. Мне нравится такая упаковочка симпатичная, но очень достойно упакована, прям вот на подарок, прям на подарок. Чудесно. На коробочке надпись. В общем, все очень-очень все симпатично, все достойненько. Что тут написано у нас? Серьги и рис называется. Ну, что я себе еще заказала? Заказала я себе тушь свеженькую, девочки. Тушь у меня есть. О! У меня такая же выглядит, но только золотистая. А вот эта тушь, сейчас посмотрим. Но там мне нравится. Просто я люблю тушь иногда свежую покупать, чтобы она быстро, легко красилась. Ну вот посмотрим. Хорошая кисточка, мне нравится. Кисточка шикарная. Так, а ну-ка попробуем накрасить глазки. Нет, мне, наверное, увеличительное надо. Так, ну один глазик попробую покрасить. Вы знаете, довольно-таки быстро красят. Я вот просто сейчас чуть-чуть подкрасила, я не знаю. Ну, видно, наверное, разницу. Подкрашенный, не подкрашенный глаз. А я вообще-то крашусь обычно по чуть-чуть. Вот это я чуть-чуть накрасилась. Чуть-чуть подкрасила реснички. Реснички крашу очень редко, потому что... У меня глаза болят вообще от косметики, от любой. Даже тени только накрашу, уже болят глаза. Через 2 часа они у меня краснеют. Я сегодня как раз-таки красилась для съемок. И у меня вот сейчас покраснение на глазах. Поэтому, если вы заметили покраснение, не обращайте внимания. Это после косметики. Поэтому я могу накраситься ненадолго. Но если куда-то на выход, прям по особому случаю, или если на съемке. О, и здесь еще в коробке такой вот симпатичный чехольчик. Это тоже достойно подарка, кстати говоря. Но тушь я взяла себе. Очень даже симпатичная. Тут написано моделирующая тушь для ресниц. Главная роль. Моделинг. Маскара. Мэн Роу. Ну, замечательно, замечательно. А еще, девочки, что я заказала себе? Прям не знаю, тоже так давно смотрела. Вот видите, вот такая коробочка. Это палета. Палета, в которой есть 5 компонентов. Сейчас мы посмотрим, что я вам хочу сказать. Здесь в палете есть скульптор, есть кремовая пудра, бронзатор, румяна и хайлайтер. Вот эти 5 тонов позволяют полностью накрасить лицо, при том, что написано, что можно красить и губы, и глаза, веки, и как тени. В общем, полностью-полностью можно полностью вот только одной палетой накраситься. Вот такая симпатичная палета, смотрите. Я, честно говоря, давно на эту палету смотрела и думала, брать мне, не брать, нужна она мне, не нужна, крашусь редко, а с другой стороны, хочется ж помоделировать свое лицо. И вот на этот раз я посмотрела, на нее была очень хорошая скидка, и я уже все-таки решила взять. И думаю, я люблю ж краситься по-быстрому, если нужно, допустим, сниматься, иной раз хочется накраситься по-быстрому, это как раз то, что нужно. Взяла кисточку, при том, что... В каталоге есть такая схемка, нарисована личико, и там нарисованы зоны, какие зоны, каким номером красить. И вот это уже я буду тестировать во влоге, мы уже попробуем вот это вот покрасить, накраситься буквально вот этой палетой, тушью,
Ну и губных у меня уже много от Faberlic, поэтому я не стала губную заказывать. В общем, девочки, красоту будем наводить. Это прямо я себе попала в точку, то, что нужно. Ну и еще я заказала себе кучу парфюмов. Ну, один парфюм, это я заказала не для себя, это я заказала мужчине на подарок. Такой одеколон «Викинг» я уже заказывала и брала сыну своему на день рождения. Одеколон шикарный, хочу сказать, шикарный. Просто по-другому не назовешь. Запах такой вот я пшикнула на своего сына. И потом я его нюхала, я даже сначала на руке попробовала, и еще 2 часа ходила, я этот нюхала запах, такой прекрасный мужской одеколон. И я вам хочу сказать, что это вот подарок любимому мужчине, эта женщина, можно сказать, делает себе, потому что она же потом будет нюхать его. А очень-очень приятный, очень приятный. И он был со скидочкой, я взяла его. В каталоге очень много пробничков, и они там есть от 15 рублей до 40 рублей, по-моему, да, ну, которые дорогие вообще духи, но вот по 40 рублей это я взяла Валентин Юдашкин. А вот взяла я еще Fiesta De Vita пробничек для того, чтобы попробовать. Я заказала полноценные духи, вот, туалетная вода Fiesta De Vita. И сейчас я хочу пробничек этот открыть и понюхать, как пахнут эти духи. Честно говоря, я никак не могу себе найти. Сейчас очень много запахов, которые мне не подходят. Ну, у меня обостренное обоняние. И мне нужны такие вот, знаете, такой тонкий запах, запах свежести. Вот какой-то, вот как дезодорант. Вот этот вот нежность хлопка. Раньше, когда спрей я покупала, вот такой продавался нежность хлопка, вот такой запах. И мне этого было достаточно, я уже духами не пользовалась. Но сейчас вот спрея нету. Но мне вот нужна туалетная вода, вот именно такая тонкая, тонкий такой аромат. Совершенно ненавязчивый. Ну, кстати говоря, приятный. Fiesta De Vita. Запах свежести есть. И нету никаких тяжелых ноток, хочу вам сказать. Приятный запах, но я его сейчас на запястье, как положено. Вы знаете, мне нравится. Я еще буду пробник этот пробовать, принюхиваться. И если мне он прямо ляжет на сердце, то тогда эту фиесту я оставлю себе. Вот. Ну, а если не ляжет, тогда это будет на подарок. Ну и еще меня очень соблазнили туалетная вода дорогая Валентин Юдашкин. Ну, я так почитала, там ноты вроде такие вот хорошие нотки. Но, честно говоря, я в этих нотках не очень сильно-то разбираюсь. В общем, взяла пробничек для того, чтобы попробовать. Если мне он понравится, то тогда я закажу себе. Запах приятный. Но, честно говоря, я еще не понимаю пока, подходит он мне или нет. Запах хороший. Надо будет мне тоже еще с этим пробничком походить и понюхать. Мне важно, чтобы запах был не сильный, чтобы это был такой тонкий, тоненький такой запах. И вот остаток, чтобы от него был легкий. Вот, не тяжелый. Ну, это трудно объяснить. В общем, обоняние-то у всех людей разное. Ну, вот у меня вот такое. Такая сложность. Мне очень трудно подобрать себе туалетную воду. Заказала я еще вот такую туалетную воду Каприз. Ну, честно говоря, опять-таки я еще раз скажу, что я не могу себе никак подобрать еще запах, аромат. Но я потом открою и буду нюхать, ну, потому что мне сейчас, вот, честно говоря, очень трудно описать, что я чувствую, какой запах, да. Но я думаю, что я буду еще это тестить. Возможно, я вот это открою и буду пробовать, но это будет потом. И обязательно, если я открою и попробую, я поделюсь с вами. Обязательно я вам сообщу,
Если я выберу себе какую-то туалетную воду, которая мне понравится, скажу. Вот сейчас аромат хоть и легкий, да, от этих двух пробников, но я начинаю уже закашливаться, потому что у меня, вот я же говорю, у меня на запахе очень острое обоняние. Поэтому мне, наверное, вообще духи нельзя пользоваться, но хочется иногда какой-то такой вот легкий какой-то аромат, приятный для носа, для моего. Вот, и еще я заказала вот такую туалетную воду. Биомонт. Кажется, правильно я читаю. Биомонт. Ну, и опять-таки, по описанию мне этот запах понравился, но описание это надо нюхать. Все равно нужно нюхать. Поэтому тоже я сейчас пока открывать не буду, пока тестить я не буду. Но все это со временем я проверю и все это я протестю и поделюсь с вами своими впечатлениями. Вот, ну все я вам показала, покажу я вам каталожик новенький, он вот так вот выглядит. Каталог номер 5 с 16 марта по 5 апреля. Вот так он выглядит, я его еще не открывала, но еще предстоят нам дальнейшие покупочки вот с этого уже каталога. Ну и все, мои хорошие, я вам все, что хотела, все показала. На этом я видео свое хочу закончить. Кому мое видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и до новых встреч. Пока-пока!